Всем привет-привет! Вы снова на канале Интернет и Деньги, и у меня уже третий ролик о игре Патоген. Делаю я его потому, что там добавили новую интересную фишку, а именно лотерею. И сейчас мы все это посмотрим. Патоген — это экономическая игра, работает она только 21 день. И смотрите, какой за 21 день набрался резерв. Пополнено на 2 миллиона 800 тысяч рублей, выплачено 575 тысяч рублей. То есть в резерве есть еще 2 миллиона рублей. Кто не знает, это игра от администрации игры Cryptius, которая уже работает, по-моему, более уже 110 дней, если я не ошибаюсь. Но кажется, что так. Вот. Суть этой игры Патоген. Вы покупаете вирусы, которые увеличивают смертность населения. Дальше вы собираете души, продаете их и за что и получаете вашу денежку, которую вы выводите уже на свой кошелек. Ну что, давайте перейдем в кабинет и посмотрим на нашу лотерею. Кабинет выглядит у нас вот так. Зарабатывать, кстати, можете здесь и без вложений. Есть серфинг сайтов, есть задания, есть ежедневный бонус у нас. И партнерочка. Так, давайте перейдем в лотерею. Вот у нас новая вкладочка появилась. Лотерея. И вот так вот это выглядит. Смотрите, давайте вот это прочтем. На этой странице вы можете испытать свою удачу, купив лотерейный билет. Вы можете купить столько билетов, сколько захотите, но не больше, чем доступно. Стоимость одного билета составляет 20 рублей. Комиссия составляет 15%. Количество выигрышных номеров 5. Таким образом, вы можете выиграть 170 рублей. После того, как будут куплены все билеты, произойдет выбор победителей. Выигрыш зачисляется на баланс для вывода. Средства для покупки билета списываются с баланса на вывод. Если на нем нет достаточно средств, тогда списание происходит с баланса для покупок. Чтобы купить билет, выберите число на поле ниже и нажмите кнопку «Купить билет». Цветовые обозначения номеров на поле. Белый свободен, то есть вот эти номера пока что еще можно купить. Желтый занят вами, как видите, у меня билетиков нет. А красный занят кем-то, то есть вот красные — это уже купленные билеты. Чтобы купить, как и было написано вверху, выбираете любой из свободных билетов, вот из белых. Тут вводите номер билета и жмакаете «Купить за 20 рублей». И таким образом покупаете билет. И если ваш билет оказывается выигрышным, вы получаете 170 рублей на баланс для вывода. В принципе, неплохо и интересно. Можно поиграть. У меня на балансе сумма небольшая. Вот, поэтому я сейчас покупать их не буду, но об этом решил все-таки рассказать. Кстати, давайте покажу вам, кто не видел мои предыдущие ролики, как здесь покупать вирусы. Вот идете, моя лаборатория. Один вирус, вот этот насморк за 10 рублей, вам дается в подарок при регистрации. И дальше, чтобы купить, смотрите, сколько хотите проинвестировать. Вот тут вот есть цены. Вводите сколько количества, которое хотите купить. И жмакаете на корзиночку и покупаете ваш вирус. Конечно же, вы можете и не пополняться. Вы просто можете, например, заработать на серфинге сайтов или на заданиях денежку для покупок. Это все отсюда зачисляется на баланс для вывода, который вы можете обменять на баланс для покупок и прикупить себе вот всех этих вирусов, бацилл и, соответственно, зарабатывать побольше. Вот так все это делается. Прибыль вот тут вот собираете, также нажимаете просто «Получить прибыль». И, как видите, сумма на балансе у меня увеличилась. Ну что, давайте теперь, собственно, покажу вам, что игра платит. Сумма небольшая, но для проверочки вполне хватит. Так, можно выводить на Kiwi, Payeer и Яндекс.Деньги. Я, конечно, буду выводить на Payeer. Так, 12.47. И нажимаю «Заказать выплату». Успешно, заявка успешно создана. Так, давайте. Вот тут вот же, смотрите, написано, что выполнено. Давайте перейдем на Payeer кошелек, обновляем страничку. Вот, 12.35 с учетом комиссии. И смотрим, выплата пользователю интернета деньги с проекта Патоген. Вот такая вот, ребят, интересная игрушка. И с новым дополнением, таким как лотерея для азартных людей. Кому интересно, можно поиграть.
Ссылочку на игру оставляю в описании. На этом с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.